Всем привет, дорогие друзья! И снова с вами Станислав на канале Шоу-Трибун. Делюсь с вами очень интересным рецептом приготовления вкусного ужина или обеда. Я знаю, что в прошлый раз я готовил нут, и многие спрашивали меня, что это за бобы. Это турецкий горох, друзья. Очень вкусный, ароматный и, конечно же, питательный. Сегодня его готовим и покажу, как его правильно замочить и, конечно, приготовить. Начинаем готовить. Поехали! Турецкий горох продается в любом магазине. Просто спросите продавца, и он вам укажет, где он лежит на полках. Сначала мы берем, запариваем кипятком на час, желательно полтора. И после запаривания нужно хорошенечко промыть в холодной воде. Дальше просто варим около 2 часов. Отправил сковородку на плиту и добавляю примерно 70-80 грамм кунжута. Обязательно отправляем в сухую сковороду. И жарим буквально 3-4 минуты до красивого золотистого цвета. Нут варился ровно 2 часа. Я хочу вам просто показать, какой он прямо нежный. За 2-3 минуты наш кунжут стал прямо очень красивым. Даем немного, чтобы он постоял 2-3 минуты. И потом его нужно раздробить кофемолки. Жидкость я слегка слил. Отправляю размолотый кунжут к нуту. Добавляю 1 зубчик чеснока через мелкую терку. Также 2 ложки подсолнечного масла. Турецкий горох я не солил. В самом конце уже сейчас солим по вкусу. Буквально чуть-чуть добавляю сахар. И все это дело блендернем. И буквально чуть-чуть еще добавляю в конце лимонного сока. Хорошенечко еще раз перемешиваю. Аромат исходит просто шикарный. Вот такое вот у нас получилось некое пюре из турецкого гороха. Кто не пробовал, обязательно попробуйте. Это такая вкуснотень, особенно со свежим хлебом. Можно даже с копченными колбасками. Вкуснотень, просто вкуснотень. Не сравнится ни с каким пюре. Ни с гороховым, ни с картофельным. Совсем новый вкус, гастрономически вкусно, обязательно попробуйте. Обязательно попробуйте, комментируйте, делитесь с друзьями и, конечно же, подписывайтесь, кто не подписался. Я прощаюсь с вами ненадолго, до следующего видео, всем пока.